Всем привет, на связи Джер, YouTube канал Джер17. Хотелось бы, конечно, сказать, что реальность сельской жизни, но не совсем сейчас с этим циклом видео будет все так. Ну, наверное. Хотя я надеюсь, что в будущем это станет все-таки реальностью моей сельской жизни. Короче говоря, решил я сделать станок ЧПУ. Не делал бы его, даже и не брался бы, потому что на первый взгляд кажется все это очень сложно, страшно, точно, дорого и сердито. Но после того, как увидел 4 абсолютно работающих, абсолютно зарабатывающих самодельных ЧПУ станка, 2 из которых это вообще фанера, никаких нормальных направляющих, подшипники, металлический профиль и все остальное. Вот после этого увиденного решил попробовать сделать самому. Сегодня у нас первый шаг. Это у нас крепление шпинделя и переходная пластина на линейные подшипники. Поэтому сегодня займемся вот такой вот трахомудией. Прикрепим к пластине наш кронштейн шпинделя. Все, за работу. Итак, из чего мы, собственно говоря, стартуем? Есть у нас такая вот пластинка, это алюминий, толщина 8 мм. У пластинки есть две стороны, это S1, сторона которой будет идти непосредственно к шпинделю, и другая сторона, S2, это та, на которой уже будут устанавливаться линейные подшипники. Но это в следующем видео. Общий размер пластинки это 180 на 100 мм. Теперь, что нам нужно сделать? Делаем разметку. Ну, во-первых, выбираем идеальный из 4 углов, идеально прямой угол. Ну, или тот, который максимально к нему приближен. Почему так? Потому что, ну, отпиливал где-то вручную, где-то на базе отпиливали, и не всегда удается поймать нужные углы. Поэтому выбрал я вот в моем случае этот угол, от него уже будут идти как бы начало координат. Все измерения будем проводить именно с этого узла. Что делаем дальше? Итак, нам нужны 4 отверстия. Вот эти отверстия, 2, 3 и вот 4. Размеры 24 мм отступ с этой стороны. Дальше 132 между этим отверстием, центром этого отверстия и центром этого отверстия. Ну и соответственно снизу отступаем 26 мм и 48 мм между центрами двух вертикальных, ну, двух отверстий, которые находятся на вертикали. Кроме того, сразу же сделаю разметку на другой стороне, это уже разметка под линейные подшипники. Почему сделаю ее сразу? Потому что, ну, планируется делать так. Сейчас посмотрим. Нужно будет просверлить необходимые нам отверстия. И посмотрим, как оно будет плясать с той разметкой, которая у нас там получилась. То есть, с теми расчетами, как должны вставать линейные подшипники. Ну, традиционно купил такой вот пробойчик. Говорят, не очень техника, но по алюминию пока идет вроде нормально. И накернил все эти 4 наших отверстия. На пластинке накернил 4. Сейчас нужно будет их просверлить. Сверлим сначала сверлом 5-кой. Я думаю, здесь небольшой диаметр, поэтому, ну, рассверливать еще чем-то тоньшим не имеет смысла. И как бы во-вторых, точности такой как бы супер нам здесь не нужно. Так, с пластинкой как бы все понятно. Следующее. Есть у нас такой вот держатель или кронштейн шпинделя. Здесь наносим тоже соответствующую разметку. Выбираем угол, от которого будет идти вся эта разметка. Ну и дальше цифры можете видеть сами. Вот таким вот образом. Но единственное, здесь уже кернить будем только одно наше первое отверстие. Для чего это так? Для того, чтобы потом точно подогнать край пластины и край кронштейна шпинделя максимально параллельно. Помимо кронштейна шпинделя, сделал еще такое вот корыце.
размеры у которого, у этого корыца, здесь 113 миллиметров, толщина 16 вот этой стенки, ну и по высоте у нас 93 миллиметра. Для чего оно сделано? Берем наш кронштейн с шпинделя, и он садится сюда так, как там он и был. Шататься оно уже так не будет, сверлить будет легче. Поэтому, короче говоря, как-то так. Дальнейшая операция. Сверлим здесь одно отверстие, наше, которое будет использоваться для центровки. И уже на самой пластине, со стороны первой, со стороны той, которая будет непосредственно прилегать, ну, которая будет обращена в сторону шпинделя, с этой стороны сверлим уже все 4 отверстия. Ну, а дальше посмотрим. Ну, для сверления буду использовать такую вот стоечку для дрели. Очень классное приспособление, КВБшное. Я думаю, что удастся просверлить довольно-таки ровно, под 90 градусов под углом. И все будет нормально. Поэтому сверлим пока пластину. Ну, что я вам могу сказать, друзья? D16T – это, конечно, сила. Это алюминий, но прочность у него довольно-таки не слабая. То есть, я думаю, видно было, как сверлилось вот это вот 8 мм. И вот это вот, сколько здесь, не помню, но явно больше, чем 8. Короче говоря, как-то так. Немножечко сверло все-таки уходило в сторону, здесь, ну, где-то в районе миллиметра. Из-за чего так? Из-за того, что площадь опоры очень маленькая, нужно было либо крепить струбцинами нашу стойку для дрели, ну, либо как-то что-то выравнивать, что-то подложить под нее, чтобы держала ровную плоскость. Но поскольку нам здесь точность большая не нужна, то, я думаю, пойдет и так. Для нашей разметки, наших целей, этого вполне будет достаточно. Так, как сверлили на этом корыце, видели. Ну что ж, есть у нас дальше 4 отверстия на пластине, одно отверстие на нашем кронштейне. Здесь, кстати, вот точно просверлилось, на твердом металле уходило. Короче говоря, диаметр отверстия у нас 5 мм. Сейчас будем выставлять уже нормально кронштейн относительно пластины и досверливать все эти 4 отверстия в нашем кронштейне. Итак, дальнейшие действия наши были таковы. Одно отверстие из плиты совместили с нашим отверстием в кронштейне. Закрутили болт М5 и по этому краю выровняли наш кронштейн, чтобы они шли параллельно. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом по этому же краю будем выравнивать уже линейные подшипники. Вот, короче говоря, как-то так. Выровняли, зажали струбцинами. Одна, вторая уже не должно никуда ездить. Все проверили еще раз. И сейчас уже через эти вот отверстия, которые у нас проделаны в плите, немножечко намечаем в самом кронштейне, где будем сверлить. Ну а дальше уже будем рассверливать с помощью стойки для дрели, потому что сейчас сюда со стойкой, ну, не влезть. Поэтому будем вот таким вот обычным способом маркировать центры наших отверстий уже в самом кронштейне, чтобы они соответствовали этим нашим отверстием, уже проделанным в плите.
Ну и вот, короче говоря, что у нас вышло. Такие вот наметили отверстия. Дальше уже смело можно рассверливать все это дело сверлом шестеркой, поскольку держать болты здесь будут шестерки. Ну и так более-менее попали мы в допуски. Единственное, что здесь вот немножечко слишком близко к краю. Здесь ушло где-то на 2 миллиметра в эту сторону и вверх. Но я думаю, что будет нормально. В принципе, должно держать. В всяком случае, посмотрим. Время все расставит на свои места. Короче говоря, дальше вот эти вот намеченные центры будем рассверливать сверлом шестерочкой по металлу. Следующим шагом, когда мы уже сделали отверстие, у нас будет нарезание резьбы. Купил я на рынке вот такие вот метчики, шестерки. Три штуки их там было. Должны были бы как бы быть первый, второй и третий номер, но я так посмотрел, по ходу дела все они однопроходные, только с разным углом, захода. Здесь один, здесь другой, здесь третий. Ну не знаю, может это какие-то другие по конструкции, но по крайней мере начинать буду, вот уже пробовал, с того, который имеет самый плавный заход, ну а заканчивать тем, у которого заход наименьший. Буду использовать только два. Кроме того, вот такой вот держатель, самый дешевый, самый не совсем удобный, не совсем практичный. Ну и мыльная вода. Без этого дела будет очень трудно. Короче говоря, как-то так. Вот три резьбы я уже нарезал. И еще осталась одна. Это все под М6. Стандартная резьба. Шаг, по-моему, один. По крайней мере, на метчиках пишет один. 6х1. Ну, что-то такое. Ну и вот, дорогие друзья, что у нас получилось. Такая вот штука. Эти вот болты потом подберу уже по длине, покороче. Изначально все планировалось сделать немножко по-другому. То есть по планах сначала здесь думал сделать патаи. Резьба эта нужна была только для того, чтобы болт не проворачивался, чтобы можно было его там закрепить и закернить. А с этой стороны планировалось сделать гайки. Но, как показала практика, во время пьесы все, конечно, переигралось. И не один раз, несколько раз. Резьбы этой, которая нарезана,
нашей пластине должно хватить с головой для шестерки крепления. Ну, если нужно будет, можно будет сделать еще один болт, но я думаю, что этого будет вполне достаточно. Оказалось, что для прочного соединения на резьбу достаточно 6 витков пластине. У нас там немножечко больше с запасом, поэтому я думаю, что будет держать. Касательно выводов, если у кого-то есть сверлильный, еще лучше фрезерный станок с координатным столом, тогда проблем у вас никаких ситуаций возникать не должно. Все делается по разметке, все получается аккуратно и четко. Здесь же отверстия, которые в самом креплении шпинделя, вот здесь, которые делались по шестерке, пришлось еще немножечко рассверлить под 6,8, для того, чтобы спокойно все это дело входило. Ну, а если работать уже с твердыми материалами, такими как D16T, вот такая вот у меня плита из D16T, это, кстати, не алюминий, а дюраль, правильно говоря, тогда нужно все-таки для точных отверстий все рассверливать сначала мелким сверлом, потом большим, даже до диаметра 5 мм, потому что здесь 5 мм делали отверстие и немножечко сверло улетало влево-вправо. Ну, здесь тоже нужно учитывать то, что стойка для дрели, нужно пользоваться ею тоже грамотно. Хотел и попробовал как-то по-простому, но не очень как бы получилось. То есть здесь с кронштейном все пойдет, будет работать нормально, но уже когда будем монтировать линейные подшипники, это у нас будет следующий шаг, тогда уже такой вариант не прокатит. Нужно будет делать все более аккуратно. Ну и вот, короче говоря, как-то так. Такая у нас получилась ситуация. Первый шаг к нашему станку сделан. В следующем шаге будем уже монтировать линейные подшипники с другой стороны нашей пластины. Вот, короче говоря, как-то так. Поэтому с этим видео у нас все. Всем спасибо за внимание. Всем счастливенько.